свертка. Таких свертков у задержанных найдут еще с несколько десятков. А содержимым, конечно, можно догадаться заранее. Экспертиза эти догадки потом подтвердила. Всего наркотиков по карманам и схронам нашлось больше, чем на 3 кило. Немного ли на 2 десятка лиц? А это уже кадры самого задержания. Одного из серии. Члены межрегиональной группы, по версии следствия, действовали по приказу единого руководителя. Так работали 3 года. С 19 по 21. Установлено, что в целях легализации доходов злоумышленники совершали финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений. Следствием проанализированы счета обвиняемых, установлены финансовые операции по счетам с денежными средствами, приобретенными в результате преступлений. В более чем 20 томах уголовного дела результаты 200 судебных экспертиз. Восстановить детали мозаики полностью следователям помогла внутренняя переписка в группе. Да и допросили 120 с лишним человек. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Каждому из этих людей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.